сейчас начинай. Да ты тоже. Мы затягиваем вход партнера сюда, дальше. Затем движение по линии. Ваша рука не должна создавать проблему для атакующего. Не акцентируйте на месте захвата свое внимание. Может захвата и не быть. Это позиция, как мы защищались от цки. Раз, вот это движение. Когда идет цки, чуданский, да? Вот наше движение. Гекухами. Вот наше движение. Цки или гекухами, позиция почти одна. И отсюда и работа этой руки, она, если вы привыкаете, вот захват, и вы начинаете отсюда работать, пытаться делать вход, то вы замыкаетесь только на этой работе. И сила, направлена партнера, наша сила, они идут сейчас поперек, одна мешает другой. Мы должны выводить продолжение его силы сюда. Продолжение его силы. И наше движение не должно быть привязано к захвату или там еще к чему-то. Это одно унифицированное движение. Там, ну, условно, мы вытаскиваем меч, атакуем. Хватит!